Привет. Сегодня, короче, пропики тестим. Genfen F4S. Этот пич у них этот 3,6 дюйма. Это 51 длина, по-моему. Вот цвет ништяковский такой, интересный. Вот. Сейчас затестим, что. Погнали. Ну что, погнали тест F4S Genfen. Тяги вполне достаточно сейчас вот сюда. Прям, ну, оп. Прикольно, прикольно. И плавный, достаточно плавный. Прям классно, блядь, классно. Конечно, интересно, пушка гонка летает на пропуск. F4S. Ладно. Палец-то подбит. Вон, большой подклад, бомбезный. Вообще пушки просто ковыряются, блин. Смотри, вай. Блин, я думал, что кто-то к нам идет. Вот Джордж тоже прям вживую, он короче, да, он 52-26 сейчас вешает, а до этого вот летал тоже на этих F4S, вот, сейчас вот прям вживую и это, спросим мнение у него. Джордж, что скажете по мнению 52-26? Они явно уступают S4 Pro. Тяги маловато. Тяги, да, вообще тебе? Мало, да, на 52-26. Я без камеры летаю. Чисто на виску пишу. На S4 тяги. То есть намного больше он устойчивее себя ведет. Аж показалось, что рейты поменялись. Да. Ну это наш тут прикол, чисто мы ржем. Вот он орбиту опять крутит и газом дает до хера, не крутит ни хера толком. Ну оно крутит, но не так, он нестабильно себя ведет. А на S4 стабильнее намного. Да, F4 даже повеселее как-то, он и летит сам. Я даже вот сейчас еще первой батарейки не заметил, то что кидается как-то. А вот здесь он прям это заметно сейчас, вот когда снимал стикам. Кинул прям, блядь, швыряется вообще классно.
Вот. Ну, в общем, короче, F4S нам зашли, я так понимаю, да, Джордж? Ну да. Все, они сам знаешь. Ну, в заключение, короче, что можно сказать? F4S понравились. Вот. Зашли и Джорджу, и мне. Так что вообще неплохие пробы. Рекомендация от нас. Джордж, ваша рекомендация по пробам. Отличные пробы. Покупайте себе. Мешками. Короче, просто покупайте, не покупайте, похер. А то, что пробы прикольные, стоят внимания. Все, всем добра.